in the golden era of the Islamic civilization, studied and at first adopted the Greek geocentric model of the universe. But in the 11th century, Muslim astronomers began questioning the Ptolemaic system, beginning with the famous scientist Ibn al-Haytham, and и в заключении нашего выпуска. Сегодня 12 апреля, Всемирный день космонавтики. Именно в этот день, 57 лет назад, Юрий Гагарин вышел в космическое пространство, обозначив новую эпоху в развитии человечества. Подробнее в следующем сюжете. Мало кто знает, что за всеми громкими успехами советской космонавтики стоял азербайджанец, генерал Керим Керимов. Именно благодаря его организаторскому и научному таланту Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Герман Титов, Алексей Леонов и другие поднялись в околоземное космическое пространство и благополучно вернулись на Землю. Практически за все время существования советской космической программы Керим Керимов был засекречен. К нему безуспешно пытались найти подход ЦРУ и МИ-6. Именно Кериму Керимову докладывались космонавты по возвращению на Землю. Мало кто знает, что если космическую эпоху открыл Королёв, то в полет Гагарина провожал именно Керим Керимов. Он управлял всеми заводами и фабриками, всеми космическими подразделениями, которые работали на космонавтику. Генерал-лейтенант, герой социалистического труда, лауреат Сталинской, Ленинской и государственных премий СССР Керим Керимов четверть века возглавлял самое секретное направление военной промышленности социалистической сверхдержавы, космические программы. Керима Алиевича не стало 29 марта 2003 года. На прощание с этим великим человеком в Королёве пришли все ученые, космонавты, ракетчики, военные, азербайджанская общественность. И сегодня память о великом сыне азербайджанского народа живет в сердцах всех, кого зовут звезды. Не случайно, что мечта Керима Керимова сбылась. Его родина — Азербайджан вошел в так называемый космический клуб. В космическую сферу мы вошли с предоставления спутников услуг. В первую очередь это помогло оценить проблемы, тренды, потребности космической промышленности. Мы научились управлять космическими проектами, финансировать, страховать их. У нас появились кадры, технические управленческие, которые осуществляли эти космические программы. И все это вместе создало традиции, которые в будущем помогут нам создавать другие направления, развивать другие направления космической промышленности в Азербайджане. 8 февраля 2013 года с космодрома был выведен на орбиту первый азербайджанский спутник «Азерспейс-1». Азербайджанский телекоммуникационный спутник предоставляет высоконадежные услуги радиовещания и широкополосные решения для своих клиентов в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и Кавказе, а также в Центральной Азии. Но современный независимый Азербайджан не останавливается на достигнутом и продолжает уверенно осваивать космическое пространство. 25 мая нынешнего года на орбиту будет запущен третий спутник Азербайджана, «Азерспейс-2». Запуск будет проводиться с космодрома Кура в Южной Америке, с французской Гвианой. Запуском будет заниматься французская компания «Арианспас» с помощью ракетоносителя «Ариан-5». Спутник будет охватывать 50 государств Европы, Центральной и Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и тропической Африки, а также демонстрировать высокотехнические возможности, представляя благоприятную зону действия и качественные услуги. Это еще раз доказывает тот факт, что наследие Керима Керимова обрело на родине новую жизнь. И верится, что недалек тот день, когда гражданин независимого Азербайджана взглянет на родную землю из космоса. Заур Мехтиев, Сеймур Гулиев, CBC. According to Egyptian and Babylonian astronomers, the Earth was flat, and somewhere at its end, the sea fell off of its edge into the abyss.
The ancient Greeks, including Aristotle and Ptolemy, believed in a spherical Earth, but their geocentric model of the universe placed Earth at the center of the universe, with the planets, the sun, and the stars circling around it. Arab astronomers in the golden era of the Islamic civilization studied and at first adopted the Greek geocentric model of the universe. But in the 11th century, Muslim astronomers began questioning the Ptolemaic system, beginning with the famous scientist Ibn al-Haytham, and followed by al-Biruni, at-Tusi, and Ibn al-Shatir, who all found alternative models that were in keeping with observation, yet viewed the Earth as a moving and not static sphere. Based on primitive Greek astrolabes, Arab astronomers also invented the first mechanical astrolabes with gears. And in the 11th century, Abu Rayhan al-Biruni invented the planisphere, which is a star chart computing device that can be adjusted to display the visible stars for any date and time. He also speculated correctly that the Milky Way galaxy is a collection of numerous nebulous stars. And in Khorasan, he observed and described the solar eclipse on the 8th of April, 1019, and the lunar eclipse on the 17th of September, 1019, in detail, and gave the exact latitudes of the stars during the lunar eclipse. In astronomy and mathematics, hardly anyone can compete with the fame of Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. He is considered the father of algorithms and algebra, which derives its name from his book, Kitab al-Jabr wal-Muqabala, in which he presents the first systematic solutions of linear and quadratic equations. All over the Islamic world, advanced observatories were built. One of the biggest and last ones built was in Samarkand, the astronomer Sultan Mirza Muhammad ibn Shahrukh founded an observatory around 1424. It was a monumental building. A trench of about 2 meters wide was dug in a hill along the line of the meridian, and in it was placed the segment of the arc of a giant sextant. The Fakhri sextant, with a radius of 40.4 meters, which made it the largest astronomical instrument of its type, was built for solar and planetary observations and to determine the basic constants of astronomy. Although the observatory is now gone, the trench in which the giant sextant was installed still exists today. And those were pioneering astronomers that still shine bright in the Stars of Science galaxy.